Христос воскресе! Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. С Днем Победы, дорогие соотечественники! Вечная память тем, кто отдал за нее свои жизни. Многое лето ветеранам фронта и тыла. За рекордные 4 года завершена беспрецедентная, широкомасштабная реставрационная работа в Ново-Иерусалимском монастыре. День пасхального поминовения усопших отметила Русская Церковь. На Радоницу в соборе и усыпальнице московских князей богослужения возглавил патриарх. Через бездорожье Саван к своей пастве почти полвека насчитывает история православных приходов африканского племени Масаи. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В минувшее воскресенье святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского собора Ново-Иерусалимского мужского монастыря в подмосковной Истре и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. Этого знаменательного события насельники монастыря, многочисленные паломники и члены попечительского совета по возрождению обители ожидали несколько лет. По прибытии в подмосковный Новый Иерусалимский монастырь предстоятель Русской Церкви поклонился копиям святынь Воскресенского собора во Святом Граде Иерусалиме и благословил прихожан. Новый Иерусалимский монастырь, основанный в 1656 году патриархом Никоном, благодаря широкомасштабным восстановительным работам, которые велись на территории обители в течение 4 лет, вновь воссиял былым величием главных христианских святынь Палестины, являя собой многочисленным паломникам образ Святой Земли, воссозданным в Подмосковье. В этот день были освящены 5 престолов собора – Воскресение Христово, Рождества Богородицы, Успение Богородицы, Небо Явленного Креста Господня, святых равноапостольных Константина и Елены. В сослужении сонма архипастырей, наместников 7 монастырей Московской епархии, духовенства Москвы и области, в освященном Воскресенском соборе предстоятель Русской Церкви возглавил служение литургии. Тебе молимся и Тебе просим, Отца, Слова Господа и Бога нашего, милостивным оком призри на нас грешных и недостойных. Во время богослужения за многолетние труды по восстановлению монастыря святейший патриарх Кирилл возвел игумена Феофилакта Безукладникова, наместника Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, в сан архимандрита. Аксиос! На богослужении присутствовали председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой, председатель правления благотворительного фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Зубков, министр культуры Владимир Мединский, строители и благотворители. После сугубо Евтиньи патриарх вознес молитву о мире на Украине и упокоении преснопамятного святейшего патриарха Никона, основателя обители. По завершении литургии наместник Ново-Иерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт преподнес его святейшеству икону Божией Матери «Радость всех ангелов» с изображением Истринской обители. Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в храме с первосвятительским словом, посвященным неделе апостола Фомы, и поздравил собравшихся с освящением Воскресенского собора. Мы сегодня празднуем особенное событие – освящение Воскресенского собора в Ново-Иерусалимском монастыре. Это был замысел великого патриарха Никона, который он желал, чтобы русские люди имели возможность, не подвергая себя огромным опасностям, связанным в то время с путешествием в Иерусалим, здесь, на московской земле, прикоснуться к иерусалимским святыням, войти в храм Воскресения, в купле гроба Господня, приложиться к камню помазания, пройти в храм Константина и Елены, где в Иерусалиме был обретен крест. И желал святитель Никон, чтобы все это место вокруг Ново-Иерусалимского монастыря
стала образом Святой Земли. Ему это отчасти удалось. В дар Воскресенскому собору святейший владыка передал евхаристические сосуды, а также пасхальное яйцо с изображением воскресшего Спасителя. Затем к собравшимся обратился председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он поздравил участников богослужения с праздником Пасхи и выразил особую радость по случаю освящения Воскресенского собора. Я испытываю чувство гордости за то, что вот тогда, в 17 веке, наши предки приняли решение сложное создать в России Новый Иерусалим. И несмотря на то, что происходило в нашем многострадальном Отечестве на протяжении веков, Новый Иерусалимский Воскресенский собор восстановлен и освящен, и близок тот час, когда закончится восстановление монастыря. Это наша с вами общая победа. В дар новоосвященному храму Дмитрий Медведев передал старинный образ Христа Вседержителя. Прихожанам были розданы иконки Божией Матери. Затем святейший патриарх Кирилл и Дмитрий Медведев в сопровождении наместника монастыря архимандрита Феофилакта и членов попечительского совета осмотрели Воскресенский собор и другие здания Ново-Иерусалимского монастыря. В канун праздника Великой Победы святейший патриарх Кирилл посетил мемориальный комплекс «Поклонная гора», который является одним из центров празднования 9 мая в Москве. В преддверии 71-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны представитель Русской Церкви совершил литургию в Георгиевском храме-памятнике и вознес молитвы о погибших воинах. В Георгиевском храме на Поклонной святейший патриарх молился ураки с частицей мощей святого Георгия. В день памяти великомученика, который почитается покровителем российского воинства, предстоятель Русской Церкви совершил торжественное богослужение. Во имя Господня и Отца нашим, святейшим патриархе Кирилле, о преосвященных епископе, всем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем причте и людях, Господу помолимся. Святой Георгий – покровитель Москвы и один из наиболее известных святых в христианском мире. Претерпевший особые страдания за Христа, Георгий причислен к лику великомучеников. Согласно легенде, святой победил змея. Это чудо стало символом торжества христианства над язычеством, победы христианина над страстями в духовной брани. На Руси почитание святого Георгия пришло из Византии. Князь Ярослав Мудрый первым принял крещение с именем Георгий, положив традицию почитания святого Георгия Победоносца на государственном уровне. Его же насади, десница твоя. С днем памяти святого Георгия в христианском сознании неизменно связано событие великого исторического значения – подписание протокола о капитуляции Германии. В Георгиевском храме ежедневно молятся о погибших во Второй мировой войне. По традиции, за богослужением патриарх также вознес свою первосвятительскую молитву о воинах и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной. По окончании богослужения во главе со святейшим священство и горожане совершили праздничный крестный ход вокруг храма. В первосвятительском слове патриарх поздравил всех с праздником и сказал о почитаемом в России святом Георгии Победоносце. Он был воином и был мужественным исповедником веры Христовой, который сподобился такой силы, что сумел победить и побеждал не только врагов видимых, но сумел победить и врага невидимого, который каким-то непостижимым образом в виде змея явился ему и людям. Он это сделал, потому что особенно прославился пред Богом и явил особую духовную силу и верность Господу. В дар храму в память о праздничном богослужении святейший патриарх преподнес изображение Христа воскресшего на пасхальном яйце. Святейший патриарх по традиции возложил венок от Русской Православной Церкви к памятнику неизвестному солдату у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие иерархи, наместники и настоятельницы монастырей, благочинные московских округов и столичное духовенство.
День Победы в Великой Отечественной войне среди множества государственных праздников в нашей стране самый великий. Он объединяет нацию чувством гордости за доблестные подвиги предков. И вместе с тем, это день скорби, когда вспоминают тех, кто погиб, защищая Родину от фашистских захватчиков. Святейший Патриарх почтил память павших у Кремлевской стены в Александровском саду, возложив венок к могиле неизвестного солдата. После возложения венка с надписью «Вечная память славным защитникам Отечества нашего» прозвучал гимн России, исполненный военным оркестром. Затем патриарх и духовенство совершили молитву об отдавших жизни свои на поле брани за Отечество и пропели «Вечную память павшим». Перед участниками торжественной церемонии состоялся проход роты почетного караула Преображенского полка с военным оркестром, три взвода которого представляли три вида войск российской армии. Патриарх поздравил военнослужащих с праздником Победы и отметил, что это особый день в истории нашего Отечества и особый для сегодняшней России. В День Победы мы все себя чувствуем единым народом. Отступают в сторону все разделения. И происходит это потому, что мы отдаем дань уважения тем, кто жизнь свою положил за Отечество свое. И перед лицом того огромного подвига наших отцов и дедов, а для многих и прадедов уже сегодня, всякое наше разделение представляется абсолютно ничтожным. Сиюминутным. Святейший Владыка призвал общими усилиями преодолевать разделение и созидать славу Отечества. Затем предстоятель Русской Церкви обратился со словом к духовенству. Хранить нужно благодарную память о всех, кто не убоялся грозного врага и кто силой духа и силой оружия победил его. А наша задача заключается в том, чтобы возносить молитву об Отечестве нашем, о народе нашем, и делать все то, что мы можем сделать, чтобы укреплялось единство нашего Отечества, нашего народа. Святейший добавил, что духовное возрождение народа предопределяет его могущество и славу, и поздравил духовенство с Днем Победы. Не прервется связь поколений. Так назвали парад кадетского движения Москвы, который прошел в столице на Поклонной горе. Торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию битвы под Москвой, посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На площади перед Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе в ожидании начала парада собрались около 2500 воспитанников кадетских классов школ Москвы. После вынесения государственного флага Российской Федерации, флага города-героя Москвы и флага кадетского движения столицы, представитель Русской Церкви обратился к участникам торжественного марша с приветственным словом. Вы вступаете в ряды защитников Отечества. Кто-то из вас продолжит свою жизнь, трудовую жизнь в рядах вооруженных сил. Кто-то будет заниматься государственными делами. Кто-то, может быть, найдет какое-то другое применение своим силам, способностям и возможностям. Но тот факт, что с детства, одев кадетскую форму, вы посвятили себя служению Отечеству, этот факт никогда не должен уйти из вашей памяти, из системы жизненных ваших ценностей. После напутствия будущим защитникам Отечества святейший Владыка осветил флаг кадетского движения города Москвы. Благословляется и освящается знамя сие, как символ кадетского движения города Москвы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На трибунах почетные гости парада. Ветераны Великой Отечественной войны и труда, герои Отечества, представители Министерства обороны, Русской Церкви, Московской городской думы, педагоги, школьники и их родители, бабушки и дедушки. К юношам и девушкам обратился мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня парадных расчетов
кадеты и школьники, а послезавтра это уже возмужалые защитники Родины, которым предстоит оберегать мирное небо, хранить победные традиции дедов и прадедов. Будьте достойны подвига Великой Отечественной. Желаю вам быть целеустремленными, активными и никогда не пасовать перед трудностями. Гостям праздника была представлена музыкально-хореографическая композиция «Флаг моего государства». Состоялись выступления Кремлевской школы верховой езды и марш барабанщиков. Хор ветеранов и участники праздника исполнили песню «День Победы», а кульминацией праздника стало прохождение торжественным маршем парадных расчетов учащихся кадетских школ. В настоящее время кадетские классы функционируют в 92 школах Москвы. Кадетское образование стало одним из видов профильного обучения в столице. Кадетские программы обучения действуют в 3 федеральных учреждениях образования. Всего же в Москве более 11 тысяч кадетов, которые принимают активное участие в общественной жизни столицы. В завершении праздника святейший патриарх Кирилл, столичный градоначальник, почетные гости, ветераны и другие участники парада возложили цветы к огню памяти и славы на Поклонной горе. В день Радоницы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию и пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля. Символ воскресения и будущей бессмертной жизни – Радоница. Это особый день поминовения усопших. По завершению Светлой Седмицы, во вторник, церковь как бы делится пасхальной радостью с умершими. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, праздник этот отмечают уже с 3 века. На Радоницу святейший патриарх Кирилл в сослужении сонма иерархов возглавил служение божественной литургии в древнейшем соборе Кремля, Архангельском, в котором покоятся останки великих князей и княгинь из династии Рюриковичей и Романовых. По окончании литургии святейший патриарх совершил заупокойную литию и каждение у надгробий, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Были вознесены молитвы о упокоении душ усопших рабов Божьих, преснопамятных предстоятелей Русской Церкви, строителей и правителей Святой Руси, благоверных князей и княгинь, цариц и царей, и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной вере и с прилежанием управлявших страною нашей, на месте сем упокоения и в иных местах погребенных вождей и воинов, за веру, отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны, и всех от катастрофы к Чернобыльской до смерти уязвленных, и всех в надежде воскресения и жизни вечной, представившихся праотец, отец, братья и сестер наших, православных христиан, и всех здесь ныне нами поминаемых. Видимся воскресенье, животных на покой, усопших раб твоих, всех здесь ныне нами поминаемых, Христе Боже наш, и тебе славу посылаем, со безначальным твоим отцем, со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. В завершении святейший владыка обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, поздравив всех с Днем Радоницы. День пасхального, особенно поминовения усопших, очень важно не только потому, что мы совершаем молитву о наших близких, родных, в которой они нуждаются, но мы имеем возможность задуматься о том, что означает эта молитва за умерших, что вообще означает факт смерти после воскресения Христова. И еще раз укрепиться в вере. Вере в то, что Христос разрушил смерть и даровал всем нам подлинное бессмертие, которому мы, люди земли, прикасаемся уже здесь через соучастие в жизни Церкви земной и небесной.
Продолжается визит блаженнейшего патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II в Кению. Вместе с предстоятелем Александрийской церкви путешествует митрополит Кенийский Макарий, экзарх всей Кении, экзарх Александрийского патриархата на Кипре, протопресвитер Афинодорос, а также клирики Александрийского патриархата. О первом дне православной миссии в нашем репортаже, подготовленном по материалам журналиста телеканала «Союз» Тимофея Обухова. Вот так весело и тепло встречают племя Масаи блаженнейшего патриарха Феодора II. За спиной у африканцев небольшое здание, похожее на склад. Но на самом деле здесь располагается приход святого Иоанна Златоуста. Местное население бедное, поэтому церковь построили из простых досок. Но останавливаться на этом Масаи не намерены. Мало-помалу возводится новый каменный храм. Чтобы достать для него кирпич, взрослые дети пешком отправляются за 30 километров на рынок. Жизнь местного прихода трудна. И нелегко происходит общение с паствой. Владыка говорит на греческом, затем его слова переводят на английский, а уже потом на разные местные наречия. Гостеприимные жители не оставили миссионеров без подарков. Яркие накидки – традиционная одежда этого племени. А школьницы прочитали стихи. I want to be my best, my very best, both mentally and physically. Let me learn, let me get the best. Задача православной миссии – не только духовное окормление верующих, но и поддержка священнослужителей на местах в их непростом служении. Еще раз все мы говорим сегодня из Кении. Спасибо вам. Благодарим Русскую православную церковь и патриарх Кирилл. Но пришло время двигаться дальше. Световой день здесь длится до 6 вечера. Каждая минута дорога, и нужно успеть посетить еще 2 прихода. А там гостей уже ждут. Люди ценят и внимание, и духовную поддержку. Но немаловажна и простая материальная помощь, которую везут с собой православные миссионеры. Ведь одна из важных целей этой поездки – социальная. Машина загружена продуктами и сладкими подарками детям. И, надо сказать, в аскетических условиях жизни эта помощь существенна. В приходе святого Иоанна Предтечи, который, кстати, построен уже не из досок, а из кирпичей, путешественников ждет трапеза. Отварной рис, тушеная капуста и бананы. Нехитрая пища, но здесь умеют ценить простые вещи. Бедность, безработица и низкий уровень жизни – это реальность, в которой живут эти люди. Но, несмотря на это, главное для них – христианские ценности. Сот будет хорошо. Только терпение, любовь, вера. Из городка Иллясит православная миссия движется через удивительные по красоте места. Национальные парки Кении известны по всему миру. Именно сюда туристы приезжают на знаменитое сафари. Эта страна – одно из динамично развивающихся государств африканского континента. И свою роль в этом прогрессе играет православие. Ведь вера зачастую становится и движущей силой, и надеждой кенийцев. Так в предгорьях Килиманджаро жители возвели еще один православный храм. И здесь, как и у нас, царит пасхальная радость. Иисус Христос здравези живо дарова. Христос Анести. Христос Анести. А после совместной молитвы никто не расходится. Опять поют песни, которыми так богата культура этого народа. И снова в путь. На саванну опускаются сумерки, и машина, преодолевая овраги, речки, которых в сезон дождей становится больше, движется дальше. Впереди новые приходы, которые также нужно посетить. История многих из них насчитывает уже около полувека. Сегодня в Кении примерно 620 тысяч православных мирян, 260 священников, из которых многие коренные жители. А это значит, что нас ждут новые репортажи из страны первозданной природы и православной веры. Привет, Екатеринбург! День Победы в Великой Отечественной войне отмечают не только в России. В преддверии торжества представители Православной Церкви Казахстана посетили праздничные мероприятия, организованные дипломатической миссией Российской Федерации в Казахстане, рассказывают наши коллеги из Алма-Аты.
71-ю годовщину Великой Победы во Второй мировой войне отметили ветераны войны и труженики тыла города Алматы. Торжественный прием, организованный Генеральным консульством Российской Федерации в Республике Казахстан, прошел в одном из лучших залов города. При входе гостей встречали девушки и юноши с цветами и подарками. Каждый гость достоин отдельного рассказа. Сергей Серафимович Бочаров прошел всю войну. В прямом смысле прошагал и не пол, а всю Европу. Награды на его груди говорят сами за себя. Весь Запад я прошел пешим. Так, считайте, начиная с Смоленска, Польши, Латвии, Литва, Германии, Чехословакии был, вот, в Венгрии был. Вспоминаются, это самые такие сильные бои были на нашей территории. Это там Смоленск, там очень тяжелые времена были. Я думаю, из так называемых светских праздников это, конечно, самый чистый, самый ясный праздник. А почему? Потому что невозможно не вспомнить о героическом жертвенном подвиге нашего народа. Где победа, там жертва, там страдания. В годы Советского Союза самые лучшие юноши и девушки удостаивались чести сфотографироваться у Знамени Победы. Владимир Васильевич Тетюшев в 1975 году был удостоен такой чести. Это событие для меня самое знаменательное в жизни, потому что я тогда работал в шахте Ленинского комсомола. И тогда от комсомольцев посылали сфотографировать в честь 30-летия Победы над фашистской Германией в Москву у Знамени Победы. И я один из 3000 шахтеров был удостоен этой чести. В тот момент играла такая музыка, это было жутко. Такое было только на Писаревском кладбище, я вот слушал, и там. Торжественный вечер открыл Алексей Михайлович Демин, генеральный консул Российской Федерации в Республике Казахстан. И я благодарен Казахстану за то, что на этой земле низко чтят и помнят подвиг героев казахстанцев. Я буквально сегодня прочитал в газете, что вышел двухтомник героев Советского Союза, из них 600 – это казахстанцы. Для гостей был показан концерт, подготовленный Алма-Атинской духовной семинарией. Звучали стихи и песни военных лет. Под фронтовые мелодии вальсировали ветераны и молодежь Алматы. Музыкальным подарком стало выступление Ильяса Аутова, лидера группы «Мотороллер». Его песня о войне прозвучала как призыв к молодым помнить историю Великой Победы. А вроде бы деда не сидел, и словно в зеркало глядел, и махалки незнакомые выдыхал. А он курил и говорил, родок где воевал, где был, и как на отдых его снаряд попал. А в Туле в день памяти великомученика Георгия Победоносца состоялась церемония закладки и освящения первого камня в основании Тульского Суворовского училища. На торжестве побывали наши коллеги. В Туле состоялась церемония закладки и освящения первого камня в основании Тульского Суворовского училища. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, митрополит Тульский Ефремовский Алексей и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Генерал-лейтенанта Дюмина Алексея Геннадьевича, ныне исполняющий обязанности губернатора Тульской области, в регионе возрождаются славные традиции Суворовского братства. Это начинание поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вот сегодня мы закладываем символический камень в основании будущего комплекса зданий Тульского Суворовского военного училища. Знаменательно, что это происходит в преддверии святого для нас праздника Дня Победы. Хотел поздравить всех с этим самым важным для нас праздником и пожелать здоровья, счастья и мирного неба. Уверен, что в скором времени тульские суворовцы станут достойными защитниками Отечества, и их имена вновь гордо зазвучат по всей стране. Пройдет совсем немного времени, и новое поколение тульских суворовцев
присягнет на верность Отечеству. Станут строй защитников России офицеры 21 века. Уверен, что возрождение Суворовского училища послужит укреплению ратных традиций тульской земли и оборонной способности нашей родины. Патриотами нас воспитали не только мать, от которой мы были оторваны в 1944 году. Не только отец, а у большинства из нас отцов тому времени или не было, или они тоже были на фронте. А наши офицеры – воспитатели. И это знамя патриотов, верных своему отечеству, дорожащие честью, в том числе честью суворовца. И это все сделали офицеры, фронтовики, воспитатели. Надеюсь, что и во вновь созданном училище такие офицеры и найдут свое место. Возрождается славная в своей истории и в своем служении Отечеству и народу нашему Тульское Суворовское училище. И да воспешествует щедрое Божье благословение всем и каждому, кто ответственно и творчески вдохновенно будет трудиться по достижению поставленной цели, а посему благодатью Всесвятого Духа по окроплении воды священная благословляется и освящается закладной сей камень во имя Отца и Сына и Святого Духа. Начало строительства, положенное в канун великого праздника Дня Победы, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина, будет завершено в минимальные сроки, и уже в сентябре 2016 года в Туле начнут обучение первые суворовцы. Православные паломники из Китая, прибывшие в Россию по приглашению святейшего патриарха Кирилла, посетив столицу, отправились в Санкт-Петербург. В городе на Неве китайские верующие поклонились мощам небесного покровителя Петербурга, благоверного князя Александра Невского. Помолились у святынь нескольких храмов города и Ленинградской области. Это необычная группа паломников из Китая. Это потомки албазинцев, русских казаков, защитников приграничной крепости Албазин. 330 лет назад, когда китайская армия осадила крепость, казаки попали в плен и во главе со своим священником Максимом Леонтьевым были доставлены в Пекин, где основали русскую общину и первую православную духовную миссию. Так началась история православия в Китае. По благословению святейшего патриарха Кирилла представители китайской церкви прибыли в Россию и в эти пасхальные дни в Спасо-Преображенском соборе Северной столицы православные верующие Китая и России вместе помолились за божественные литургии, приобщились святых христовых тайн и приняли участие в традиционном крестном ходе вокруг храма. По завершении богослужения глава Санкт-Петербургской митрополии отдельно поприветствовал гостей из Поднебесной. Мы сегодня возносили особую сугубую молитву о вас, чтобы Господь вам содействовал в возрождении нормальной духовной жизни Китайской автономной православной церкви. Ваша церковь, наша церковь-мать имеет особое попечение. Поэтому желаем, чтобы Божье благословение пребывало со всеми вами, не только когда вы находитесь в России, но и в Китае. На прощание митрополит в Арсенофе вручил представителям китайской делегации памятные подарки. В Москве прошли дни благотворительности. На ВДНХ состоялся ежегодный городской праздник «Белый цветок». Главная выставка страны гостеприимно принимает акцию второй год подряд. Во время благотворительной ярмарки можно было приобрести чудесные подарки ручной работы и помочь тяжело больным детям, подопечным Марфо-Мариинской обители. День белого цветка в России впервые провели в 1911 году при активном участии всей царской семьи. Государыня императрица и ее дочери сами изготавливали поделки, рисовали открытки, расписывали вазы. А на самом празднике весь день стояли у киоска. Акция долгое время объединяла людей в помощи нуждающимся на территории Российской империи.
Нравственный авторитет царя Николая II был такой, что откликалась вся страна. Как бы в эти дни собирались огромные средства, а на эти средства строились целые большие больницы. Поэтому нам бы тоже хотелось, чтобы наша страна проснулась, чтобы люди внутри, имея Христа, могли его выразить там с помощью добрых дел. Покупайте белый цветок, жертвуйте на дела милосердия. Второй год подряд в Москве благотворительная акция проходила на ВДНХ. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, совершив водосвятный молебен на благое дело, тоже внес свой вклад, поставив на сложенную из цветов карту России вместо приобретенного белого цветка сердечко, символизирующее милосердие и доброту. Запомните, пожалуйста, радость, дорогие друзья, умножается делением. Когда мы делимся нашей радостью, когда мы стараемся радовать других, тогда, конечно же, радость в сердце, она умножается. Когда человек обращен к Богу и помнит, что Господь сделал для нас, его сердце преисполняется радостью. И этой радостью делиться другими – это и есть настоящая радость. Вот сегодняшний праздник, он как раз устроен для того, чтобы мы с вами могли поделиться тем, что у нас есть, с теми, кто в этом нуждается. Эта акция действительно от сердца к сердцу. Участие в празднике приняли куряне и белгородцы, жители Тамбова, Шацка и других городов. Прониклись идеей милосердия воспитанники московских воскресных школ. На ярмарке дети раздавали за пожертвования изделия декоративно-прикладного искусства, которые они сделали своими руками во время Великого поста. Воспитанники воскресных школ настолько сильно прониклись этой идеей, то есть здоровые детки помогают детям, которые чем-то обделены физическим здоровьем или чем-то иным вниманием, чтобы, возможно, даже не имея времени либо контакта, чтобы повидаться с этими детьми, вот эта частичка добра перешла с ним теплотой их рук, их сердец. Как и более 100 лет назад, на благотворительной ярмарке в Москве все неравнодушные люди вносили добровольные пожертвования в пользу тех, кому нужна помощь, а взамен получали символ праздника – белый цветок. Хотелось тоже свой вклад сделать людям, помочь действительно от всего сердца, хотя бы тем незначительным вкладом. Мы должны помогать людям, мы должны участвовать в таких мероприятиях. И очень хорошо, что это организовывается. Замечательная акция. Она учит добру, она позволяет тем, кто делал эти сувениры, увидеть какое-то внимание, отдачу, духовную, душевную отдачу. А тем, кто пришел на этот праздник, и приобрести какой-то сувенир, который хранит вот это тепло души. Вот. И поэтому в пасхальные дни и вообще вопросы милосердия, они очень важны. Это большой пример для наших детей. Она учит добру, чтобы дети к детям-инвалидам относились с уважением, чтобы они, ну, то есть вот как-то с, ну, сочувствием, что ли, к ним относились и понимали их. Во время благотворительной ярмарки прошли творческие конкурсы, концерт детских и молодежных коллективов, мастер-классы и развлечения для всей семьи, театрализованные представления. Средства, собранные на празднике белого цветка в Москве, будут направлены на работу группы дневного пребывания для детей с ДЦП, совместного проекта Православной службы помощи и милосердия и Марфо-Мариинской обители. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает православный женский день. И всю предстоящую неделю церковь будет прославлять подвиг святых жен-мироносиц. Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. С праздником, дорогие женщины! Во вторник мы молитвенно вспомним преподобного Феодосия, игумена Киева-Печерского. В четверг состоится память святаго праведного Иова Многострадального. В пятницу церковь отметит явление креста Господня на небе в Иерусалиме. В субботу мы будем праздновать память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В следующий воскресный день начнется четвертая неделя по Пасхе, неделя о расслабленном. Также церковь почтит память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бар. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.